Лучшие работы сургутских журналистов оценивали представители СМИ со всей России. Из большого количества работ жюри было необходимо отобрать те, что наиболее ярко отражают жизнь нашего города. Экономика, развитие и проблемы базовых отраслей региона, деятельность структур власти, здравоохранение, образование, культура, слабодневных сфер много. Помимо опытных журналистов, в конкурсе приняли участие и молодые специалисты. Для меня участие в этом конкурсе уже награда, а получить специальный приз еще больше, ну, удовольствие, можно, наверное, так сказать. Это какой-то стимул двигаться дальше, к новым вершинам. Такое признание от коллег. Лучшие работы корреспондентов, блогеров, фотографов и видеооператоров Сургута за 2016 год были отмечены на торжественном вечере. Лучшим медийным проектом стало «Народное признание». Идея, реализованная на площадках телерадиокомпании «Сургут Интерновости», позволила югорчанам по-новому взглянуть на работу врачей. Над проектом «Народное признание» трудилась целая команда специалистов, причем не только сотрудников телекомпании «Сургут Интерновости», это операторы, монтажеры, корреспонденты, режиссеры, очень много людей. Также в реализации проекта нам здорово помогли представители наших больниц и поликлиник. Они вместе с нами прошли всю дорогу от начала и до конца этого проекта. Им огромное спасибо. Ну и, конечно, отдельное спасибо хотелось бы сказать Ане Сериковой. Она была идейным вдохновителем, автором идеи. И во многом именно благодаря ей у нас все так классно получилось. Заветное золотое перо и звание «Журналист года» присудили автору документального фильма «Работаем, брат». 14-минутный фильм Руслана Байрамова посвящен памяти героя России Магомеда Нурмагомедова и его героическому поступку. Руководитель информационного агентства «К-Информ» признается, что его страсть к криминалистике началась еще в начале его работы в ТРК «Сургут-Интерновости» и не угасает до сих пор. Криминал – это вот взял камеру в зубы, как говорится, и пошел. А здесь приходится в этом жанре тебе самому, не только даже если какое-то событие, происшествие, а если даже делаешь какое-то расследование журналистское, либо на месте происшествия работаешь, которое уже произошло, необходимо собрать материал. Тебе приходится продумывать и текст, который ты напишешь, тебе приходится искать картинку, тебе приходится искать детали, ты это все монтируешь. Ну, конечно, очень тяжелый жанр, но я от него, я кайфую, я обалдею. Ежегодно лучшие авторские работы и проекты в области печатных СМИ, телевидения и радио получают свои заслуженные награды. Но главной оценкой труда журналиста остается признание аудитории. Виктория Дрягина, Борис Шибалдов, Сургут Интерновости.